куда это выбрался. Это окрестности улицы Курганной. Раздворка Курганной улицы, она, пожалуй, одна из самых коротеньких в Киеве. Соединяет Бастионную и бульвар Дружбы народов. Вот сейчас мы идем по двору между Хрущевкой и Высоткой Советской на Курганы. Высотка имеет номер 3. Раньше тут был частный сектор. Посмотрим, что тут осталось. Может быть, что... Вот давайте зайдем во дворик дома номер 3. Который непосредственно примыкал к частному сектору. Что мы видим? Такие остатки частного сектора сохранились. Небольшой домик. Идем дальше по пустырю. Когда едешь с той стороны, то видно, что местность террасирована. Можно подойти. Вот те, кто ездит по бульвару Дружбы народов, они обращают внимание на разрытый склон, и тут идет борьба за клочок. То здесь автостоянка, то высаживают деревца какие-то. Вот, и мы находимся над этой местностью. Видно будка туалета типа сортир, спуск и бульвар Дружбы народов. Подойдем к нему. По ощущениям, это бывший сад, частная усадьба, где мы сейчас ходим. Тут пригорок. И любопытное название улицы Курганная. Возможно, от того, что здесь раньше были курганы. Эта местность находится, ну, практически напротив Зверинецкого кладбища. Вот остатки забора, ну, среди мусора, остатки забора, такой пригорочек суглинный, терраса, пригорок, терраса и склон ЖЭК бульвара. Вот даже следы каких-то цветочков тут остались, садовых. Стройка века. Вхід заборонено. Мы туда не будем идти, раз заборонено. Сторонним вхід заборонено. Какие-то кирпичи склеены. Революционный кирпич. Бернеровский, может. Вот, Бернер в конце. Бернер, возможно. Возможно, Бернер. Это то, что понастроили. Пригорок. Пригорочек. Там тоже, да, там старинные кирпичи, кстати. Давайте посмотрим. Удастся туда пробраться. Я вижу клеймо там. Четко видно клеймо. Вероятно, это развалины дома, потому что очень много кирпичей. И так вот просела как бы яма. О! Таки Бернер, да. Бернеровский кирпич. Много
бернеровского кирпича. Я хотел взять с собой, но лень тащить через весь город. А во-вторых, под ним живут жуки. Я не хочу уничтожать их дом. Вылезаем отсюда. Так, куда я хотел добраться? Я хотел добраться к склону. Вот. Склоны превращены в свалку. Конечно же, мусор нужно выбрасывать только здесь. Нет других мест. Чего-то только нет. Пылесос, остатки кровати. Но среди этого замечательный подарок. Не распустившийся еще тюльпан. От бульвара Дружбы Народов мы идем опять в противоположную сторону. Вот поднимемся на этот пригорочек, и похоже, на этом весь пустырь заканчивается. Вероятно, интересная в прошлом местность, которая явно скоро будет застроена. Действительно, такое ощущение, что здесь были курганы. Но хорошо, допустим, тут стоял дом, подрезал с собой стену. Вот, тут тоже, возможно, что-то стояло. Обратим внимание на прямоугольное такое возвышение. При виде сверху это прямоугольник. Вот дом на курганной, от которого мы пришли. Опять же, россыпи кирпичей. Смотрим, какие здесь, если видны клейма какие-то. Не видны клейма, мне лень вот туда лезть просто. Так, ну пройдемся. Тут определенно на самом верху этого пригорка есть место без построек, может быть, без следов построек, но оно при виде сверху имеет какую-то явно рукотворную форму. И вот как оно продолжается дальше к строению. Развалы кирпичей. Ну, тут явно уже был еще дом. Вот клеймо еще. Всюду ямы от бывших, может быть, погребов или каких-то хозяйственных построек. Старый добротный кирпич. Мы видим как красный кирпич, так и желтый, так называемый. Вот я все-таки подобрался к этим развалам кирпича. Снова обращаю внимание на рельеф. Мы находимся на верху пригорка. Давайте от Дружбы Народов посмотрим. Вот террасированный склон. Я стою на террасе, и самая верхняя терраса, она заросла там кустарником. Но на ней я пока не видел следов построек.
если улица Курганная действительно стояла рядом, действительно находится рядом с курганами, находилась, то, возможно, основные эти курганы были вот здесь перед нами. Ну, давайте попробуем подняться в чаще и посмотрим, на что это похоже. На свалку похоже, конечно же. Вперед ведет тропа, и вдруг обнаруживается, что мы стоим на возвышении, и перед нами яр, не глубокий, но яр. А слева, ба, да это же курган, посмотрите, типичный курган. То, что я принял за яр, это край некоего рва. Вот этот ров начинается там. Тут он имеет, тут он ровно поворачивает и продолжается туда. Высота яра, но он выше меня, значит, 2.5 метра высота рва этого. Слева мы наверху рва, ровная площадка. Слева от ровной площадки то, что я трактую как курган. Движемся дальше. Вот вдоль этого рва. На той стороне за рвом снова местность и дальше дом. Движемся дальше. Простите, вы не подскажете, а вот стояли ли здесь раньше частные дома? Да, конечно. Вот здесь именно, да? Здесь стоял. Потом сняли. Это был краевед и просто пригород. Ага. Потом сняли его. Вот тут был пригород, да? Здесь, да, был пригород. Потом стояли. Интересно. Сидело, турецкое посольство начало строить. Ага. Это было еще при Амельченко. Вот эта территория, это все было турецкое посольство. Родили, то все. Такой Сережа, довольно интеллигентный выбитый человек, пытается доказать, что это его участок. Допустим, когда мы сюда, а тут значит, как-то привезли, завезли трубы туда-сюда, короче, хотели что-то там строить, непонятно что. И тоже все это заработало, эти трубы вывезли. И все, тут даже пожары строили. Пластиковые трубы. То, что я могу сказать, куда шел, да, жизнь может закончиться. Вот так вот, вот эта дорога, вот она шла наверх, ага, и там вот было гор. Стоит вот этот дом, который сейчас капитальный дом стоял, частный тоже. Но это на улице Струтинского, с той стороны. И тоже там одно время бомжи жили, как всегда они обживают такие места. А там, ну, на углу Струтинского и бульвара Дружбы народов, там жила бабушка, козы водила. Вот здесь... Я помню еще козы. Я помню, да. И вот здесь бабушка жила тоже, вот у вас за спиной. Тут, да? И бабушка сейчас живет, но она уже лежачая. И козы у нее были и так далее. Дедушка был очень хитрый, который ходил, весь металлолом собирал и заносил туда во двор. Вот. И, ну, сейчас там живет сын такой... Занепадая, я не знаю, что оно будет с этим. С той стороны отхватили кусок участка ихнего, отхватили или откупили. Там какая-то стоянка пытаются. Станция технического обслуживания сейчас. А стоянка дальше была стоянка, потом, ну вы знаете, наша страна, страна чудес. Да. Вдруг в один прекрасный момент приезжают, сносят эту стоянку, сносят асфальт туда-сюда и садят березки. Да, сейчас да, вот посмотрел. Посадили березки, ну там, типа парк сделали. И снова машины стоят между этими березками. Да. То шприцы, то презервативы, то бутылки, то, конечно, мы хотели бы, чтобы здесь было турецкое посольство. Они бы здесь навели порядок, во всяком случае, охрана как.
И мы теперь спускаемся по Курганной улице, по Кургановской улице к бульвару Дружбы Народов. Вот. Этот участок продается уже. Уцелевший частный домик. И давайте посмотрим на холм, где я был только что, со стороны бульвара Дружбы Народа. Вот тут борьба за участок. Видите, посадили деревца, но сюда часто набегают и останавливаются машины. Вот будка типа сортир. Смотрим на срез холма. Тут его срезали для чего-то. Давайте посмотрим на слои. Сейчас я ближе подойду. Ну, тут видны остатки какого-то здания. Со стороны бульвара Дружбы Народов сюда сбирается тропка. Наверху мы уже были, но немножко поднимемся. Тут вход для воды пробиваем, журнал «Шпиль», и покидаем это гостеприимное место, бульвару Дружбы Народов. Это была планета Киев, улица Кургановская.